Постановой Национальной комиссии от 7.07.16 года за номером 1238 введены в дию новые тарифы по КП «Днепроводоканал». Стоимость 1 метра кубического централизованного водопостачания будет стоить 6 гривен 48 копеек. Централизованное водоведение 4 гривны 68 копеек. Централизованное водопостачание с використанием внутрибудинковых систем будет 7,25 и водоведение 5,20. Тариф, который вступил с января 2016 года, был рассчитан на апрель месяц 2015 года. Поэтому в пересчете, когда мы подали в мае месяце документы на пересчет тарифа, выросло за полтора года, грубо говоря, выросло все цены. Электроэнергия, прежде всего, в два раза менялась заработная плата. И это уже на сегодняшний день тариф реально приведен в соответствие к экономически обоснованным тарифам.